На ежегодный чемпионат Якутии по бильярдному спорту съехались около 200 спортсменов со всей республики. Турнир носит имя Степана Алексеева, человека, который стоял у истоков бильярдного спорта в республике. Сильнейшие спортсмены будут отобраны для участия в чемпионате страны, который пройдет в Петербурге в апреле. Турнир проходит в рамках декады бильярдного спорта, а также пройдет международный турнир Кубок Агоры, в котором примут участие 4 чемпиона мира. Я думаю, что если бы была база еще больше, с большим количеством столов, собиралось бы и 400, и 500 человек, как бывает это на борьбе. И по ходу турнира будем смотреть, кто сейчас на данный момент готов лучше всех, и будем отбирать спортсменов.